Работал на, ну, частника на Плитской. Плитку делали. Какой-то. Жил в 98-м, Полтавская область, город Лубны, связан. Мобилизованный по приписке в Хвастове. Ну, Киевская область, Хвастовский район. Там меня призвали. Военкомат, комиссия, все. Я был дома. Повестку принесли домой прямо. Ну, мы были в Тружках. В апреле где-то в Германию уехали. Были в Германии здесь больше месяца. В Германии, потом нас обратно в Тружки. Та тактика там, тройки, двойки такое. И, ну, в основном такое ничего вообще. Да, на полигонах были, стреляли. В цели стреляли. Ну, в смысле, бегали там. Такое, считай, ничего. Ну, где-то, ну, больше месяца, где-то 40 дней. Ну, нас тренировали ж. Инструктора тренировали. Эти иностранцы. Ну, не по-нашему они говорили. Иностранцы. Ну, эти перекладачи ж были, они ж все. Медицина. Ну, разные там гранаты, все это, чтобы, ну, в смысле, как, ну, все такое, подготовка, ну, что воевали, знали, куда идем, ну, мы то идем на мясо, как говорится, ну, и мое мнение, и вообще-то. Ну, на их мнение, на мое мнение, это так. На мясо. Выживешь, выживешь. Не выживешь, не выживешь. Да, все мобилизованы. А то так за 30, за 40 богато. Пожилые. За 50 тоже. Ну, они на позиции не ходили, их не ставили бы. Они уже старые считаются. А дальше нас увезли в Черниговскую область, Гончаровск, там танковый стоит. Полигон. Мы там тоже в Гончаровске долго не были. 3 недели. Да, там двойки, тройки нам. Это самая такая тактика. Долго мы там не были, потом в Киев-Московск повезли нас обратно. Там мы тоже долго не были. Пару тыжней, может. Ну, здесь же мы... Это мы нас взяли на марте. Между Новоселовск и Колесниково там нас взяли. Ну, держать оборону. Стоять, держать оборону. И все. Не, здесь нас взяли на Новоселовск. Там дачный поселок. Так я забыл, как он называется. 20 км отсюда, от Новоселовска. Ну, сюда на позиции нас уже, ну, начали уже сюда вести. 5 раз заступал, на 6-й раз. Сдались в плен. Сдались. Автоматы покойнили, все. Мне. Сказали сдаться, мы сдались. 7 человек. И мы коллективно сдались. Отношения хорошие. Взяли, все нормально. Не били, ничего. Считаю правильно, а что ж, помирать, за что помирать? Тоже это много товарищей нет. То 300, 200 много уже. Ну как, чего? Осколку много и... Осколочные в основном ранения. Минометов.